Привет, зрители! Новый Renault Captur на внедорожном стенде сегодня с нами. Как всегда, в жестких условиях, в гаражном кооперативе я буду показывать, на что способна эта машина. И кто-то скажет уже, да ладно, новая, да ладно, ну всего лишь рестайл. Друзья, это такой рестайл, который дорогого стоит. Я считаю, что достоин новой модели, на самом деле. Автомобиль не рестайл, не фейслифт, реально новая машина, потому что изменились двигатели, изменилась трансмиссия, изменилось все, что могло поменяться в лучшую сторону, особенно, например, рулевое. Вылет, да, теперь можно регулировать, и это, конечно, классно. Ну а шины я специально поставил оффроуд, не для того, чтобы как-то их попиарить, не для того, чтобы сказать, о, смотрите, да, пользуйтесь Кардиант оффроуд. Нет, друзья, это шины у меня с Тирана на Авито выбранные. И езжу на них по оффроуду, чтобы было зубато. Штатная, вот такая вот покрышка. Conti Cross Contact 17. Что интересно, легче они в 17 диаметре, нежели 16 у дастеровских колес. Вот такая вот история. Кто виноват? Ну, разбортировать у меня возможности не было. Возможно, сама зубатая резина, что называется, тяжелее. Но про это в разгоне. А тут роликовый стенд, посмотрим, на что способна трансмиссия, которая, пускай в основе дастеровская, но, отмечу, Аркана не едет, хотя, казалось бы, ну, то же самое должно быть, да? А вот Каптюр посмотрим. Тирана, брат дастера, едет на стенде. Как всегда, я максимально испытываю автомобиль во всех возможных ситуациях, и пускай кто-то скажет, это всего лишь синтетика, да, но здесь у нас настоящий, да, почти полтонны груза, паучок там ползает. Ну ладно, пускай ползет по своим делам, это к деньгам, как говорят. Ну и, конечно, проверим мы, если вы хотите проселок, если вы хотите поездить не в Москве, да, хотя машина же красивая, явно городская для девочек, как говорит пользователь привычный. Но, друзья, мне кажется, такой красавец, можно и сочетание цветов поменять, еще что-то, и резину поставить, и на проселке щеголять, что называется, да, рубить. Явно будет круче зацеп, чем здесь, ну, чисто по формальным основаниям. Так что колесо в сторону. Будем мы, друзья, сейчас пробовать возможности внедорожного стенда роликового, который квази-условия создает. По большому счету, ну, в реальности, как правило, вы ходом будете ехать, а не стартовать. Ну, проверим. Проверим, как всегда. Постараюсь. Что у нас тут? Шайба. Шайба режимов. 2WD. Ну, ничего не позволит нам сделать. Понятно, почему, да? То есть ясно, да? Четыре колеса нужно. Сразу в лок ухожу и попробую. Кстати, выйдет, кстати. Выезжает с полной нагрузкой. Максимально аккуратно давил педаль и... удивительно, но справилась. Справилась, в общем, и настройка. Настройка шасси тоже другая. Кстати, обновление Арканы было же локальное, да? Проверим, посмотрим, оценим. Возможно, в новой итерации будет ехать тоже стенд, как здесь, да? Потому что придавил чуть-чуть, да, аккуратненько. Аккуратненько действовал, сами понимаете, нагрузка высокая. И выехал. Класс. Рубит, рубит. Автомобиль посмотрим, как у нас тут ситуация с выездом. Сейчас мы оценим это. Здесь вот такое место. Да, выезжает. Выезжает. Вот Рено дает, а? Молодцы, в общем, друзья. Получилось на ура. Каптюр справился, как и Тирана, да. И Дастер новый тоже справится. Посмотрим, как будет с Арканой. В общем, казалось бы, городской щеголь, но рубит, что надо. На этом прощаюсь, пока.